адвокат, ты проиграл. Но мне правда жаль. Черт подери, я богат. Мне нужно правосудие, как у Симпсона. Может быть, дадут условный срок? Нет. В этом штате мошенничество первой степени. Это минимум от 3 до 5. Придумал. Подкупи судью. Не буду я его подкупать. Подкупи. Брось. Подкупи. Не буду я подкупать. Подкупи, подкупи. Нет, нет, подкупи, нет, нет. Подкупи. Я сказал, такими вещами я не занимаюсь и никогда не буду. Хочешь подкупить судью? Пожалуйста. Уверен, любой жулик с улицы с радостью тебе поможет. Лю Поппер, адвокат. Берусь за все. Майл, ты уволен. Мистер Поппер, ваш клиент готов к зачтению приговора? Да, ваша честь. Вы бы хотели что-нибудь сказать, прежде чем суд вынесет приговор? Ваша честь, мой клиент обвиняется в мошенничестве первой степени, в преступлении которого он не совершал. Даже будь он виновен, а его клиенты обмануты, разве плохо, что мистер Минтон, как житель Лос-Анджелеса, получил эти деньги, тем самым сохранив их в обществе, а не какие-нибудь цыгане или приезжие мексиканцы, которые, безусловно, лишили бы всех нас с вами этих денег. Прошу вас принять это к сведению. Мистер Минтон, вы приговариваетесь к отбыванию заключения сроком не менее 3 лет в государственной исправительной тюрьме Верлейн. В таких случаях приговор вступает в силу незамедлительно, однако я откладываю ваше заключение на 6 месяцев, чтобы вы могли реорганизовать ваш благотворительный фонд по обучению отсталых детей музыке. Спасибо, судья. Да, суд окончен. Смотрите на BTV.kz с безлимитным трафиком в подписке Амедиатека и на канале Амедиа Премиум HD.